В России задержана находившаяся 5 лет в розыске сотрудница Валютранзитбанка, сообщает пресс-служба Департамента финансовой полиции Карагандинской области. Экс-директор Департамента бухгалтерского учета Валютранзитбанка Ольга Ивланова, скрывавшаяся от следствия, доставлена в Караганду. Ее задержали 10 ноября в Новороссийске с просроченным казахстанским паспортом. Казахстанская генеральная прокуратура обратилась с ходатайством о ее экстрадиции. После положительного ответа задержанную доставили из изолятора Новороссийска в Карагандинский следственный изолятор. Иванова 5 лет находилась в межгосударственном розыске по обвинению в совершении серии экономических преступлений, лжепредпринимательства, сокрытия от уплаты налогов и другие. Уголовное дело в отношении Ивановой на период ее розыска было приостановлено. В настоящий момент расследование возобновлено.